подписываетесь. Не надо подписываться, конечно. Зачем? Для истории, короче. А, для истории. Чтобы твои внуки узнали, что мы знали об этом. О чем? Что вы же будете говорить. О чем? Что физическую статью заблокировали. Основную статью. Да. Почему одиночный? Я работаю по статье 29. Каждому гарантирую. Вы гарантируете мне свободу мысли и слова? Гарантируете? Да. Одиночный пикет не значит на месте, как столбики стоят. Одиночный пикет один стоит и ходит. Понимаете? По статье 20.2.19.3. Покрушение ОМОНа. А мы будем с народом, мы будем здесь, на Невском. Нет! Загону! Дяди! Жоры! Нет!